И, о чудо, друзья, игра началась. Ну, я думаю, я всех уже представил. Больше повторяться не будем. Меня пустили в лобби, все хорошо. Ребята немножко, как это говорится, misunderstood, но ничего, ничего страшного бывает. Так что сейчас будем следить, соответственно, за тем, кто же окажется сильнее в этой серии Best of 3. Напоминаю, Best of 3, то есть максимум может быть 3 игры. Фидбэки. Да. О, это тот модный сет, который. Тут два, блин, тоже этих. Да, все поодевали себе шмоток, значится, да. Ну, посмотрим, что же окажется сильнее, шмотки или... Ну, это тоже имморталки все. Ладно. Если судить по именно разобранным героям, то сильнее у нас вроде как Signature Trust. У них есть и Морф, у них есть и Draw Ranger. Ответом на это у S1 Lucas может быть, соответственно, Кэрри Винд Рейнджер, да, которая, ну, она отправляется в мидлинию. Но против, ну хотя, против Морфа, как она будет стоять? За счет того, что у нее больший рейндж, она, конечно, будет в плюсе какое-то время. Ну, хватит сигналить, мы уже поняли. Находят друг друга, ну и руны забирают пополам команды. Или что у нас? Ну, вот подстопывает, да, и морфинг отправляется в мидлинию, соответственно. За счет большего рейнджа у нас Draw Ranger, Wind Ranger. Понабрали рейнджеров, отряд Power Рейнджеров, вот. Значит, большего рейнджа Wind Ranger может каким-то образом переласхить Морфа. Возможно. Возможно. Но здесь помощь уже есть в виде дизраптора, который будет, возможно, приходить. Сразу же прожимается Виндрана. Зачем? Потеря сотни маны просто так потерять. Сейчас, отсюда не уйдет, конечно же, TNT, и проблемы-то у нас возникнут. У Лукаса он, в принципе, не подойдет. У Карла из команды Лукас, он просто не подойдет к крипам. Снова прожимает Виндрану, остался ему маны на 2 Виндрана. Джабс, конечно, тоже просел 300 хп, но он регенится, у него танго, фласка. Пошел у нас своей формой, Лукас, прощай, проблема. А нет, Виндрана сейчас еще 2 удара сделает, но не хватает. Далеко здесь был у нас TNT, дал бы он свой... А вот сейчас может... Нет, хорошо. Опасно все равно подходить. Опасно. Там на других линиях еще может быть какой-то экшен. Так, посмотрим. По ласхитам у нас Ларк немножечко отстает. Дроу Рейнджер себя показывает хорошо. Здесь продолжает прогонять. А вейформа есть? А вейформа-то есть. А если вейформу вкачает на двоечку, могут возникнуть серьезные проблемы у нас у товарища на Винд Рейнджер. Здесь вот подходит. Вард стоит. Винд Рейнджер видит этого дизраптора, поэтому подставляться не будет. По крайней мере, не должна. Там у нас кто-то кричит. А, кричит Акс у нас. Но Акс умер, к счастью, от нейтральных крипов. Никого рядом не было. Соответственно. Ну, там Морф мог забежать или дизраптор какой-то проходить. Так что, такие дела. Далее, и Сларк, вот он, вырывается вперед. Продолжает он фармить. И, казалось бы, Дроу Рейнджер. Ну а 6 уровня начнет сильно просаживаться вперед. Просаживаться вперед. А сильно будет доминировать за счет. Там Джобс, кстати, сильно просел. У нас есть стрела. У нас стрела на двоечку, до 200 урона. Если неожиданно у нас не успеет уйти в вейв-форму, то большие проблемы могут у него возникнуть. Ну, отпивается фласка и снова фуловый. Здесь у нас что? Если у нас находится находит феймао, кидает игнайт, но это пока что никакого продолжения не последует. Здесь у нас только Слардер. Они здесь сами погибнут. Здесь все хорошо. Сами погибнут, если начнут агрессировать. Скорее всего, ну, они в меньшинстве постольку поскольку. Но и есть некоторая проблема. Signature Trust Lakels на фрифарме совершенно. 13 крипов у него уже есть. Эта цифра будет только дальше наращиваться. И после этого, соответственно, придется иметь дело 6-слотовый Draw Ranger. Что команда S1 Lucas, соответственно, не хочет. Я полагаю, что она этого не хочет. Она достаточно умна будет. Здесь пошел Виндран и просто на развороте стрелять. Пивается батлом, все хорошо. Нужна поддержка. Нужна поддержка и одному, и другому герою. Без этой самой поддержки не получится забрать в одиночку друг друга. Но пока что у нас Акс фармит. У Акса у нас 15 крипов. First Blood, серьезно, на той линии? Как, в одиночку? Да ладно! Феймау, нет, все хорошо.
Я уже думал, они тут втроем стояли с Солдер Титаном, Вингфу Спирит и Пасмом. Здесь он тоже может приехать, если он через 3 секунды откатится, он дальше под башню не пойдут. Вот это вот, да, вот. Отличный выход у нас все-таки от Феймала. Сейчас еще и стаки все уведет. Снова станчик, но в этот раз мимо. И сейчас, кстати, может приехать, но тут есть ТП. После ТП у нас Сладер отходит. Крипов увел, отлично, может еще пофармить там. Я все на медленнее смотрел, потому что здесь у нас привязка. Джабс последние пару ударов сделать. Побежал, стрела и минус. Отличный от товарища Карла. Отличный минус, Карл. Вот, ну, будем ждать. Я все-таки не дождался, да. На ферстблат оказался на нижней линии, а не здесь. Но привязка отличная. Здесь слишком далеко зашел у нас уже Морфлинг. Не стоило ему, наверное, так агрессировать. Тем более без поддержки. Опять-таки я повторюсь, что нужна какая-то поддержка. Тут вот поддержка Карла выступила в виде дерева. Аллах, Джабс, ты что? Хватит. Валун на 3, конечно, за это самое замаксил. Но, может, не стоит так сильно агрессировать у нас. Укрмак отдается нейтралам. Чтобы тоже побыстрее сходить. Ну и счет пока 1-1. Ток боя 89 золота потерял всего лишь. Зато быстрее добрался до базу. На базу. Смаки прожимают. Очередная попытка выйти. Но здесь уже не втроем. Я думаю, второй раз они такой ошибки не допустят. Есть у нас вард. Видели сейчас Элдер Титана. Ага, и он идет-то в мидлинию. А в Виндрейнджер как раз-таки может оказаться той самой целью, которая погибнет. Ну а тут прожимается Хаст. Прожимается Боттл. И товарищ Карл снова живой и здоровый. Где у нас теперь? Бегает, тут варды ставит. Поставил сюда вард. Акса можно будет найти в случае чего на лоу хп. Но Акс сейчас с транквилами, у него все хорошо. Ему тоже нужно быть на чеку, но он, в принципе, может идти на какую-нибудь линию сейчас уже. И, допустим, хотя бы попытаться помешать Дроу Рейнджер, потому что у нее уже 6 уровень после этого крипа должен быть. Хотя может не хватить буквально 20-25 даже. Вот, 6 уровень сейчас будет, и она будет уже бить по 160. То есть большая проблема для любого, кто подойдет там, тем временем в медлине. Есть трое человек, собрались на ТП. И не поймали они Карла. Хотя выход был очень уверенный такой, что как-то не вышло у них. Телепортировался у нас Wingful Spirit. Интересный момент, потому что если бы телепортировался Wingful Spirit, то она бы там умерла точно. Прожимается сплит на Слардаре и находят они товарищи. Ябиш пошел на Сигнайт и отсюда не должен пускать. Пошел Стомпу, вернуться ли? Да, Аба уворачивается здесь. Нужно еще пару ударов стопить с собой. Феймао, хорошо, дальше нужно подгонять. Второй еще у нас стан от Абы и не отпустили. Вот так вот, нарвался здесь на двоих товарищей у нас Элдер Титан и погиб. Отличная игра от Феймао, подстопил, Абба тоже молодец здесь. Ну что, он два стана дал, так что все замечательно. Далее, вот она, вышка уже падает, Лакел здесь не простит, вообще ни в коем разе. То есть, ну, господи, 160 урона с руки, к нему вообще сейчас нельзя подходить. Нельзя подходить, иначе он просто-напросто вас всех убьет, к чертям, серьезно. Ну кто, к нему может, ну, Виндрейнджер может подойти, за счет того, что он успеет прожать Виндран и, возможно, убежит. Но там есть Дизраптор, у которого есть Глимс, и если, не дай бог, она подцепит краешком Глимса, то даже Виндрейнджер отправится в таверну. Никакой Виндран здесь не поможет, соответственно. Ну и что, собираются теперь уже втроем ребята из команды Лукас. Есть у нас Сларк, правда без шестого. Винга заходит в спину. Ну тут же у нас есть Феймао, поэтому он не даст сделать такую вещь себе. И не отходит, не достает рейндж у нас станчика. Не такой большой. И ребята вроде в безопасности находятся. Что Абба, что Феймао сейчас стоят в такой позиции, где их не подцепить особо. Правда вот слишком далеко, там спаун с ним фармит, но и, тем не менее, все равно Дроу Рейнджер на первом месте, продолжает находиться, а здесь, кстати, могут подцепить сейчас, она очень опасно заходит, будет ли становая форма, полетела стрела, Сайленс, но успел прожать Виндран, 30 с ТП, будет ли у нас Глимс, и Глимса нет, и уходит с ТП просто-напросто у нас Виндрейнджер. Ай-яй-яй-яй-яй, ТНТ, ну... Странно, почему он был у него в... Да, тут, слушайте, Абба, смотрите, как агрессивно заходит вперед. Здесь тут же 2 ТП, ушел он через спринт. Здесь есть подсейвить на развороте, можно попробовать забрать. Кого-нибудь глимсует, есть минус, скорее всего, риск. Пытается он кинуть стан, Абба очень битый, стом. Будет ли у нас попадать, успеет ли что-нибудь сделать? Да, но нет, как говорится.
Стом прошел, но никого не успел забрать здесь рис. И в результате это размен в одного. 300 золота получил команда, отлично сыграно, 2 ТП на доверие. Ребята играют Signature Trust, очень хорошо себя показывают сейчас. Их можно только похвалить лишь. Вот TNT исправился. TNT исправился, он моментально ТП, моментально глимс, все, четкий фраг. Здесь сигналят, если у нас, ну нет, блин, даггер, как ты догонишь? На хосте разве что через батл рейдж, но... Тоже подбегал дизраптор снова. Этот дизраптор, слушайте, бегает как царь. У него уже есть аркан бутс, соответственно, да. Арканы. Давайте посмотрим еще какие-нибудь артефакты. Интересно, у нас появились ли к этому моменту сейчас. Ну, дроу рейнджер. Хорошо все. Пока больше ничего интересного. Врывается, смотрите, как агрессивно. Слушайте, Джабс, я бы на него месте так сильно не пытался. Под башню так. Там как-никак есть паунс, как-никак есть стан, как-никак есть батл рейдж. Ну и что, смотрим. Дроу рейнджер, 69 крипов. Есть 600 золота сверху, после этого, слушайте, а там сейчас будут что-то предпринимать? Тут нет, блин, даггеры же еще, как вы хотите ловить Сларка. Сларка вам не поймать никак, хотя есть глимс, но там туда нужно будет родить ультимейт, соответственно, еще. А те еще и дроу рейнджер приходит. Они не хотят не хотят никого убить, не хотят снести. Не хотят снести это все и убить. Хотя здесь маки были, пошел стан паби, успеют ли дать берсеркол, но нет, разворачиваются обратно. Титан своим духом разведывают, а дроу рейнджер тоже уже успел ориентироваться. В результате никто никого не потерял. Разошлись, разбили смоки, и все хорошо. Сюда, правда, подходит еще и Джабс. А сейчас они в большинстве могут подраться. Подходит здесь, подцепили абу, возвращает Гримс ультимейт. Большая проблема у нас у Яджа. И Ядж погибает. Пошел у нас дроу рейнджер на стрелять. Также у нас подцепили рис, там станчик. Далее ответный стом. Пошел у нас минус, скорее всего. Здесь Венгфул Спирит. Правда, Лукас здесь разбивает команду Signature Trust. Погибла у нас дроу рейнджер. Аба еще сражается здесь. А здесь связала двоих. Господи, это Виндрейнджер. Проплаченная с тобой. Посмотри, какой рейндж. Здесь пытается приговорить у нас Ядж через Куинбейт, но не получается. Смогут ли вернуть? Здесь у нас связан. Второй раз подряд. ТНТ никуда отсюда не уйдет. Последний выстрел от Виндрейнджер. И она тоже отправляется в таверну. К сожалению, Ядж пытается здесь убежать. Сейчас размен уже какой? 5-7. Только что счет был 2-3. И Ядж тоже не уходит. А Винга уже пришла, успела прийти с ТП. О, кошмар. 5-8 счет был из 2-3. И подрались в плюс для себя. Кто? Подрались в плюс для себя, по идее, все-таки команда Лукс. Но у них Сларк выжил. А здесь Дроу Рейнджер погибло. Но здесь выжил Морф, и они получили больше золота. И сейчас вернулись и снесут вышку. Проблема. Деф-то пока некому. Потому что Сарк совершенно не готов драться в тимфайтах именно в первую очередь. А ему сейчас нужно какие-то соло-таргеты ловить желательно. Одиночную возвращать глимс. Если у нас ультимейт, то просто-напросто паунс. Без ультимейта ловить не имеет смысла. Вышка снизу, конечно же, упадет. Блудласт еще на Дроу Рейнджер висит. И нужно сейчас заходить на Рошана. Да, это легкий Рошан. Будут ли у нас ребята из Лукас пытаться помешать? Помешать команде Signature? Ну нет, видимо, не собираются. Тут у нас Рошан падает под Amplify Damage. Вообще все замечательно. Алдар Титан бегает где-то по вражескому лесу почему-то. Но он варды, возможно, ставит сейчас. Да, у них есть вард сейчас. Но... Хорошо. А Егис подбирает себе Морфлинг. А потому что у него все же таки... Ну нет, у него есть Dragon Lance. Я бы отдал все-таки Дроу Рейнджер, наверное. Морфа убить сложнее, чем Дроу Рейнджер, поэтому... Почему? Интересный момент, но... Что ж, Джабс, видимо, будет агрессировать, все-таки вперед, вырываться куда-то, байкить на себя. Получается, а Дроу Рейнджер пока продолжает фармить. Еще на себе что-то несет. Мантастел, наверное, какой-нибудь уже есть, небось. Пока только Драгон Лэнс. Тоже Драгон Лэнс. Все обмазываются Драгон Лэнсами. Это очень хорошо. С учетом ее пассивной способности, они с... Морфлингом сейчас с такого расстояния будут убивать просто всех. Ну, господи, 200 урона, ребят. 12-я минута. Сколько хп у Винги? 700, это 3 удара. Меньше, это 1,5 секунды, чтобы убить Vengeful Spirit. Все.
Ну что, сейчас у нас заходит в смоках, в спину. Signature Trust не собирается останавливаться. Просветили, но никого не увидит, конечно же. Риск. Кого ты увидишь, они в смоках, ясное дело. Нету блиндаггера, пока лишь только у Абы, и это спасает команду. Игра приостановлена? Серьезно? В такой момент Виндрейнджер, ты что? Так, здесь у нас собирается Майлшторм. Ну, Виндрейнджер. Давайте пока посмотрим на графики. Графики что нам показывают? Графики показывают у нас, что пока небольшое преимущество в пользу команды Signature Trust. Нетворсы, в принципе, то же самое, что у нас впереди два мейнкора команды. Ну а дальше, так, соответственно, вот Аба и не пошел. Ну, здесь он спалился уже без смока, поставили сюда вард, а команду откуда? Посмотрите, как они божественно читают игру, не подставляются. Здесь у нас может просто напросто носит вышку. Лакелс здесь успеет ли ворваться, пошел у нас игнать. Здесь амплифайдамидж, танчик возвращает. И большая проблема здесь у Ябиши. Ябиш никуда не отправится, глимсанули его на верную смерть. Минус вышка, минус Ябиш, четко сыграно. Опять-таки, Signature Trust продолжает уверенно идти в победе, а тем временем у нас товарищ на сварке, где он бегает, вот он, Пейсон, собирает себе лишь только Shadow Blade. Поможет ли ему это, потому что сейчас команда готова сражаться вовсю, то есть Джабс будет сейчас танковать, Дру Рейнджер вообще может бить башню без каких-либо проблем. Пошел он слушать стан, ответ на связали, конечно, Феймау, но будет ли дальше вырываться Лейкал здесь, там у нас где-то сражаются, пытаются пасом поймать TNT, получится ли он это сделать, TNT, пошел у нас Shadow Dance, должны догонять и пытаются массить вокруг деревьев, но заканчивается Dark Pack. Здесь, правда, Лукас очень сильно приседает благодаря тому, что Морф очень сильный, Вейформа пробивает максимум на четверку и разменялись Лукас опять, я опять говорю название команды, Пасон, конечно же, погибает. Разменялись саппорт в мейнкора, ребята. Саппорт в мейнкора, так это быть не должно. Где поддержка от команды? Почему я не вижу свапов? Почему я не вижу разломов? Почему я не вижу берсерколов никаких вообще? Почему один сларк пытается врываться, а вы стоите без каких-либо попыток хотя бы помочь? Опять-таки этот мискоординейшн, мисандерстуд и блинкдаггер на аксе. Возможно, из-за этого. Возможно, из-за этого боялся сейчас врываться у нас Ядж. Потерять, соответственно, золото, нажитое непосильным трудом. Здесь у нас иллюзия Дроу Рейнджер стоит. Снесла половину крипов. Ну что, сейчас ребята отопьются, восстановят себе ману и пойдут дальше сражаться. У них все еще есть Аигис, без проблем. А здесь, слушайте, а есть ли Блиндаггер? Блиндаггера по-прежнему нет. Блиндаггера у Абы по-прежнему нет, неплохо, если бы стояли. Да. Несмотря на то, что забирали не Wingful Spirit, все еще Аба немножко отстает. 4100 у него на Творс, но против Акс, который в лесу стоял, расстояние не такое уж и большое. Аба здесь, в принципе, неплохо себя показывает. Так что почему бы и нет? Почему бы нет? Снова вот они собираются вместе и просто-напросто идут под Bloodlust, под всем этим. Подождут сейчас своих коров, которые должны подойти к ним. Ребята, подходите. Вот он, блиндаггер для Абы. И слушайте, а если успеют без коров разобрать, это будет же провал. Есть берсер, кол, TNT, связали, будет ли стан. Есть отличный стан от Виндрейнджер. Траст, TNT погибает. Здесь отличный стан от Абы, но уже слишком поздно. Квиллин Блейд и погибнет. Нужно сюда бежать кором, но коры не успеют. Вот он сжимает между двух огней. У нас товарищи Абы моментально здесь пошел у нас. Amplify Damage. И Морф подходит. Морф пытается убить Риса. Рис получится. Берсер, кол, Джабс выхиливается. Здесь пошел у нас, соответственно, Сайленс пытается убить Сурки, но Лакелза. Команда просто-напросто рассыпается. Джабс пытался последний удар через Amplify Damage, не получилось. Там тем временем просто-напросто пасом всех разрывает. Джабс еще пытается сражаться, но его здесь никуда не отпустят. Минус Аегис. Это уже 5-0 получается. Станчик не по таймингу. Или у нас ушел на реплике Джабс. В результате 5-0. Команда Лукас сейчас подралась. Отличная позиционка. Началась, соответственно, она без коров. Ребята из Лукас успели сделать то, что должны были. Они убили троих. И потом только пришли два мейнкора. А два мейнкора без своей поддержки, они ничто. Даже Дроу Рейнджер, если она в одиночку к ней просто... Сларк просто подошел и начал ее бить и убил. Сларк, который, казалось бы, особо ничего не делает. В замесе Shadow Blade у него есть. Здорово. Блиндаггер. Блиндаггер для Виндрейнджера. Сейчас мобильности миллиард. Против Дроу Рейнджер, против Морфа, против Слардара. Это все отлично.
Тот же Гримс можно заевыдить при должной сноровке. Так что сейчас будем смотреть. Больше таких ошибок допускать нельзя ни в коем случае. Команда Signature Trust, они сейчас один раз, но просчитали, с кем не бывает. Они должны понять, что больше в одиночку ходить нельзя. Нужно им находиться всегда командой. И тогда начнется у них победа. Пока что вот они сравнялись. Команда Лукас сравняла просто-напросто, счет взяла одним замесом. Изи минус 5. Но вот они смоки. Смоки, но у вас же нет Вижена. Куда вы? Вот куда они отправляются? Вижена нет, Рошана нет. Он засветился вот у нас пасом. А пытаются зайти на пас. Ну, кстати, есть аба, если он успеет навесить амплифай дэмидж, там все сбросит. Пасан врывается, есть стан, амплифай дэмидж пошел, тут же ультимейт, не пожалели, просто-напросто минус пасом. И вышку еще и заберут сейчас на уровень. Ну, ой, хорошо. Четко. А вот здесь ошибка уже от команды Лукас небольшая. Оставили ни одного. Прекрасно понимали, что... Где-то команда Signature Trust ходит. Но, тем не менее, Пасан считал, что... нормально, я такой, типа... справлюсь. Я же сильный. У меня же Shadow Blade. Ну и вот, поплатился за свою самоуверенность. Тем временем, Wind Ranger уже сносит верхнюю вышку. Есть у него ультимейт при желании. Но пока она его не тратит, а боится, что кто-то подойдет. Хотя... кто? Можно было уже 5 раз прожать, только сейчас полетели ТП. И она бы уже вышку снесла. Если бы не пожалела ультимейт тогда. Сейчас уже подходит Джабс, и нужно отступать. Иначе можно поплатиться за это. Если Алтар Титан, то здесь тоже подходит, но нет. И завтра далековато. Да, ребята, это серия Best of 3. Так что до 2 побед. Так что первая карта разминочная, считайте. Но счет равный, 10-11. Графики у нас, ну, пока что в пользу Лукас. Пока что это после их тимвайпа вражеского. А тут что, подцепили, есть Берсеркол по Джабсу, но он хиляется как бешеный, также связали, еще возвращают обратно, успеет ли поставить Сайленс, Джабс все еще живет, Кулинг Блейд не может дать разлом сюда, и вейфарма уходит, Джабс 10 из 10, господи, там тем временем подцепили просто-напросто Пасона, и Пасона не отпустили, но Джабса вернули, а хотя подцепили, блинк аут, хорошо, бежать отсюда, Карл, бежать, хорошо, замечательно, убегает отсюда Карл, и остальных не найдут, в результате размен мид в мейнкора, ну, хорошая попытка. Просто так не отпустили. И здесь у нас опять-таки ошибка. Пасон хочет драться один. Он пока не боец. Он не может этого понять, что ему тоже нужна команда. У них получилось разобрать 5 человек на нижней линии за счет того, что они начали разбирать саппортов с героев команды поддержки. А здесь он пытается врываться в 4 и погибает, соответственно. А тут Морф тоже молодец, он очень долго жил. Очень долго. Странно, что не было репликейта. Но он очень долго жил, и благодаря этому успела команда подойти и хотя бы забрать Пасона. Остальных бы еще, но там блинкауты. А блинкауты, как говорится, не прощают. Это как... есть что-то невидимый, значит непобедимый. Тоже. Мобильный, значит неуловимый. Так что да. И что, Лакелс с Джабзом по-прежнему топ-1 нетворса. Ну, топ-1 и топ-2. Топ нетворса, скажем так, занимают. ВРК отстает, в принципе, не так уж и намного. Да, там 300 золота буквально. А вот Пасан как-то немножечко подотстает, скажем так. Слегка, слушайте, Аба хочет врываться уже здесь. Пасона нашли, будет ли станчик? Ну, просто, блин, каут. Хорошо, не стал. Не стали агрессировать, разошлись. Просто проверили. Замечательно. Далее. Что? Кримсон Гуард на аксе. Вот кто себя хорошо показывает, это товарищ Ядж. Ядж из леса. У него Кримсон Гуард, у него Блинк Даггер, Транквиллы. Команде поддержка огромная, есть инициация. Все замечательно. Чего не скажешь о Пасане пока что. Ну и второй Рошан в пользу команды Signature Trust, скорее всего, пока что. У нас никто не планирует его забирать. Если он засветился на варде немножко. Пасон, но его, конечно, искать не будут. Но в этот раз забирает Дроу Рейнджер. Вот если бы в тот раз забрал Дроу Рейнджер, ну хотя там, в принципе, была позиция изначально плохая, ему все равно пришлось драться вдвоем. Ну и что, Bloodlust.
Да, Bloodlust слишком OP. Fix it, please. Особенно Bloodlust под мультикаст. Просто вешаешь на пятерых своих союзников Bloodlust и все. Что с тобой делать? Ничего с тобой не сделаю. Ты развалишь базу за долю секунды. Конечно же. О, смотрите эти мультикасты. Башню увеличивают и все. Все. Что-то с ними противопоставить. Еще бы хиляла эта башня вообще бы было. Запрещенное колдовство. Итак. Что нужно сделать команде Лукас сейчас? Ну, нафармить, да, в первую очередь. И нужно, чтобы Пасан все-таки дрался вместе с командой. Вот тут сейчас опять ходит очень опасно. Если бы захотели, его бы там поймали. Почему-то Signature Trust, к сожалению, не захотела поймать. Какой-то из причин. Пасон. Да. А, и поэтому ему сейчас позволили выбрать время. Есть у него уже сабелька. Будет скоро появляться БКБ. И вот он, смоук вылазка. Но поздновато. Поздновато. И скорее всего отсюда просто-напросто убегут. Хотя вот Карл может приехать. Здесь у нас бежит Аба. Если сейчас Аба... Тут есть стан отличным по пасону. Здесь также вкатывается моментально просто-напросто через этот рейлбейт. Как будто и не было никого. Но тут отсюда уходит уже. Карл понимает, что дела плохи. И Морфлинг просто-напросто стирает с лица земли одним выстрелом. Ну нет, кошмар. Вот я говорю, не нужно так далеко заходить. Понимаете же, что вам сейчас придет 5 человек и лица сломают. Почему же вы такие уверенные в себе? Ну вот Лакелс под Бладластом, смотрите. Пока еще маловато, да, для бэкдора. Но сейчас крипы подойдут. Тем временем у нас медлини, слушай, Глимер Кип, сломали вышку, но тут сейчас могут ловить. Вот ли возвращают, здесь поймали Карла. Ой-ой-ой, проблемы большие, пытаются здесь выжить, но догорают просто-напросто от ультимейта. Дизраптор здесь расстреляли, еще спину зашел здесь, слушайте. Отличный дроу рейнджер, спешли, я же мутить, ТП, пытаются хватить ли урона, здесь сбивают моментально через адаптив страйк и минус 4. Минус 3, и до этого еще убивали на Эсна Сларка. Вот так вот, вот вам и Лакелс. Отличное смещение, вышку он не снёт. Господи, он почти его убил при всем при этом. Сейчас он мид донесет и на краешке вот рейнджа стоит. Трюга. Ну можно сейчас спокойно драться, вообще ничего им не помешает. Нету Сларка, который... Ой, нету Сларка, говорю, Сларк только появился. Нету Винги, которая может свапнуть. Нету Винрейнджер, которая может кинуть у вас свой... Весна шейклшот. Ну и все, вышка там сверху упала, ее добил просто-напросто Морфинг на медлении, ее добил Лакелс. И все. Остались Т3. Остались Т3 и ураганная пика появляется на Draw Ranger. Как вы теперь будете с ней сражаться, я не понимаю. 3100 у нас у Марфа еще сверху после Терриал Блейда. Главное, что 25-я минута, ребята. 14 тысяч на Творса, Марфа 12. Почти 13 у Draw Ranger. Что сейчас будет делать команда Лукас? Ну, в принципе. Еще не все потеряно. Draw Ranger можно убить. Аегис у него закончится, и нужно попытаться сделать вылазку. Оформить вылазку, так сказать. Но пока не оформляют только лишь крипов. Смоках здесь походили, побайтили. Можно попробовать, вот сейчас нужно воспользоваться тем, что ваш Сларк умирал. Побайтить на Сларка. Побайтить на Сларка будет 10 из 10 мув. Но нужно лишь быть готовым принимать этот бой. Потому что если вы побайтите на Сларка, и там не окажется поддержки, и Сларк опять умрет, это будет плохой байт. Соответственно. Но, по-моему, ребята уже не боятся особо из Signature Task, каких-то байтов, они готовы любого принимать. Ну и отступает. Просто-напросто отступает Лукас и зажимается на базе. Ну да, сейчас они еще и леса на обратном пути пофармят, но дальше, когда сюда подойдет команда Signature Trust, они будут вынуждены отступать, иначе их всех отправят снова в таверну. Ну и что, заход на Т3, я полагаю, все готовы. У всех есть Аигис. Ну просто любой, кто подойдет, он моментально погибает от, во-первых, прокаста Марфа. Если не погибает кто-то, если кто-то не погибает. Но там еще атака, Эрик закончился. Угу. И Дыраша на 6 минут. Они с хайграунда фармят вообще уже офигенно.
Значит, там тем временем бежит на фризе, туда Amplify Damage. Опасно, слушайте, Карл. Карл, проблемы? Там у нас есть морф, а морф может стереть. Морф просто-напросто может стереть. Карл врывается здесь. Ой-ой-ой, как же опасно, слушайте. Осталось 290 хп. Пытается уйти с ТП, а не ошибка ли это? Может урона хватить? Но тут есть танчик, отлично врывается. Аба и не прощает. Пытается уйти с ТП, здесь Сларк. Сларк в этот раз уходит, но Карла. Карла не простили. Так, прошу прощения, Карла не простили и не отпустили. Что будет делать сейчас без Карла? Ну, байбек явно делать не стоит, всего лишь 40 секунд, возможно, стоит позволить отдать одну вышку. Снова станчик особо ни по кому не попадает, лишь только по иллюзии Сларка. Ну и вперед идет команда. Signature Trust и просто-напросто с лоу-граунда забирает башню. И никто им не в состоянии отказать. Помедление тем временем толкает линию морфинг. Башня падает моментально, фактически. Да морфинг врывается, серьезно, просто пришел на иллюзию. А стоило ли того, у тебя нет Аегиса, друг? 70 секунд, ну, Space Created, можно сказать, но... Что? Команда не оказала поддержки, и сейчас можно ловить таких жадных команду Signature Trust. Вот это нормально. Он пришел на реплики, слушайте, найти. Найти и наказать, хотя ловят, хотят TNT. Здесь у нас будет ли проблема большая, здесь пасом. Не зашел в кинетический филд. И бежит дальше, есть глиммер кейпы. Есть у нас, возвращает глимс. Есть форстафы. Ураганные пики. И спасаются. Но сейчас Джабс очень плохо себя показал. Это называется жадность. А жадность один из смертных грехов, но его и наказали. Так что не будьте жадными, друзья. Есть у вас возможность снести бараки, сносите бараки, не надо врываться вот сюда, вот когда вы морфинг, и все, что у вас есть, это Ринка и это Real Blade. Ну там еще у нас что-то есть, да, это Dragon Lance, да. Вы не боец 1 в 5, вы пока что командный все еще. Вот будет у вас 4 скади, тогда и посмотрим. Тут спину. Спину заходит, хотят связал, отлично, TNT моментально через ультимейт минус. Карл, как же он хорош. Несмотря на то, что тут его приговаривают периодически, все равно он классно так делает такие врывы. Ну и, а без дизраптора, без ультимейта дизраптора, это уже большая проблема сражаться, потому что если спеллы смогут свои прожимать, или нельзя будет кого-то глимсануть, драться уже не в плюс для себя. Тем более нет Эгиса, страшно. Страшно. И что, будет ли падать? Что? Shadowblade для Сардара. Еще больше инициации. Ну и нет, видимо, не будет никто врываться. Хотя Карл готов, вроде как и нас сбивает. Вроде как и я же готов, но все-таки испугались немножко. И сейчас Аба бежит. Аба готов искать. Готов воевать, врывается на спринте. Здесь есть танчик, нашли Яджи. Что, будет его приговаривать? Здесь будут ли какие-то другие ТП? А то не дайте стан. Еще один проходит, врывается форстаф. И не отпускает Яджи. Просто-напросто еще и стирает. Морфинг сюда подошел. Будут ласты, форстафы. Без жалости. Просто-напросто без жалости. Ну и Джабс улетает. Тем линию на верхнюю линию. Ну там уже снесли вышку. Давайте тогда другие попробуем линии посносить или что. Или буду ждать Рошана, ребята, из команды Signature Trust. Тем временем у нас дособирал таки БКБ товарищи Апасон. Находит дабл дэмидж. И что, может попробовать соло таргет какой-нибудь найти? Какую-нибудь Аббу, например. Не лучшая цель, но он пока что единственный, кто находится без поддержки команды. А там тем временем у нас собирается уже Баттерфлейм. И с Баттерфлейм еще хуже, то есть они и так-то особо ничего противопоставить не могли, да, у нас форстафа. Графики пока в пользу команды Signature Trust. Не сильно, но 7500 на 31 минуте не самая страшная статистика. А вот сейчас, кстати, ошибку допускает у нас товарищ Лакелс. Он в одиночку находится на вражеской территории. Да, там, конечно... А, слушайте.
Карл-то сейчас ворвется и Абу-то приговорит, но срывается, но нет. Первым, к сожалению, находят Карла. Пошел Amplify Damage, будет ли какая-то поддержка. Есть там Морфлинг. Пошел у нас Adaptive Strike, толкает Фурстафами, и Карл, скорее всего, никуда не убежит. Хотя, блин, Каут, отлично. Пасон будет сражаться, будет ли у нас там поддержка от Морфлинга хоть какая-то. Где Морфлинг? Морфлинг тем временем на Рошане. Алло, почему ты ушел, друг? Вы могли забрать просто-напросто Windranger. Серьезно? Окей. Интересно. Ну вот, Рошан появляется. Сейчас очередной Рошан для команды уже сырный должен быть, да. Для команды Signature Trust. Сыра давать Морфингу. Aegis Draw Ranger. И все. И заходить уже на High Ground. Ломать как минимум две стороны нужно. То есть заходить где-нибудь, допустим, снизу и ломать еще вот эти верхние бараки. То есть, допустим, Морфинг какой-нибудь сплитпушит. Вторая ураганная пика у нас, Hurricane Pike, для Джабса в этот раз. То есть он тоже будет с миллиардов рейнджа убивать своих оппонентов. Ну и сыр ему, естественно, отдают тоже. Итак, ребята, Signature Trust. Рошана забрали. И готовы. Готовы воевать. Есть у нас бабочка. Все. Полностью запакованная Draw Ranger фактически. Для текущей минуты. Что им пока что противопоставить? Ну... Надо ловить поодиночку. Поодиночке. Это единственная возможность спастись. Проблема лишь в том, что у нас Джабс постоянно тут репликейт где-нибудь ходит. Или нет. Как он собирается с тревелов приходить? Опять как-то морф немножко тут сплитпушит, конечно, пассу, но если вы зайдете на хайграунд, вы снесете вот эти вот вышки и вот эти вот вышки. И бараки тоже. Так что возможность Джабсу попытка. Здесь у нас паунс обратно, пассан. Ну и... Да. Интересно. Морфлинг, конечно, вернется сейчас. Что будет делать? Лакел станчик. Не попадает. Титан мимо. Ну и сейчас будет бить вышку. Все, под Бладластом. Ждет клипов. А там тем временем, по идее, Джабс должен стасить вверху. Там тем временем сражение. И проигрывает его пассон. Все-таки пассон есть байбек. И нужно его бы делать при хорошем. По-хорошему говоря. Что Джабс сейчас туда прилетит. Он летит на мидлинию, будет спидпушить две стороны одновременно. Ну что, врывается на Локон, хорошо. Локелс, проблема, он форстафует его отсюда. Он бегает, связывает с Абой проблемы. Локелс, ну это лишь только Аеги сейчас. Минус Огромак, также разлом. Аба процепит, нет, форстаф есть. Ну, здесь вкатывается Джабс. Есть байбек у нас от Сларка. Джабс тем временем разорвал Дар Титана. Локелс врывается. Агр замечательно. Еще очень хороший фокус от команды Лукас. И, ну тут Глиммер Кейп, но Глиммер Кейп не помогает против стрелы. И Джаб здесь остается один, пока что 3 в 2, только двух саппортов потеряли, пытаются форстафами уйти. Есть сыр, но поможет ли он, Линка сбивается батл рейджем. Дальше, Морфинг сможет уйти, он разворот еще через адаптив страйк убил, но поплатится жизнью. Платится жизнью, 35-я минута у нас форстаф. Форстаф, говорю, вейформа тэп-аут. Ну и двое выжили, плохо подрались. Непонятно, почему здесь у нас не смогла Дроу Рейнджер добить вышку, это его основная задача была. И по итогу боя у нас в плюсе все равно каким-то образом команда Signature Trust. 1500 золота у нас стрик, что ли, скаута сбил товарищ. Да нет, вроде. 320, 530. Вот так вот. Но 6000 опыта это наравне. Вот то, что 700 золота в плюс оказалось, это очень даже неплохо. В результате разменялись 3. 3 в 3, 3 в 2, 3 в 2, потом в 3. Добил нас все-таки Джабс. Так что 3 в 3 в целом разменялись. Ну, вот уже проблемки начали возникать у команды Signature Trust. У них очень хороший герой, но пока что они этими героями как-то себя не реализуют. То есть это был заход с Аегисом и Сыром. С Аегисом и Сыром они заходили. И не смогли. И не смогли. Ну что ж. Сейчас нужно будет делать то же самое, только без Аигиса каким-то чудом. Пошел Лаба в Shadow Blade искать Пасона, успеет ли его найти. Пасон не уходит, проблемы, сейчас если его найдут, то это большой стан должен давать, ну видел же, есть, но промахивается, ну есть Amplify Damage сбрасывается. Вот ли врываться Waveforman, здесь у нас Shadow Blade отсюда уходит. Аба немножко не доиграл.
И тэп-аут просто-напросто Пасон делает. Здесь находит и успевает сбить. Пасон нужно продолжать. Аба врывается, стан мимо. Успевает, по-моему, сделать, но стан проходит. И большая проблема. БКБ прожимает, но все равно погибает Пасон. Какая же ошибка. 87 секунд без байбека. 87 секунд без байбека. Сейчас просто-напросто будет нужно идти и ломать низ. ТП-шится всем на нижнюю линию и ломать. Signature Trust вперед. Там тем временем в мид-линии кого-то подцепили, что ли? Нет. Пока никого. Могут ворваться сейчас, разве что. Хотя поплатятся жизнью, если сделают это. И просто-напросто идут в мид. Идут в мид. А, слушайте, сейчас просто-напросто сломать вот эту вышку. Здесь она сама упадет. Отличный план. И нету 60 секунд Пасона. Какая же ошибка сейчас стоит просто-напросто трех сторон. Трех сторон. Ой-ой-ой-ой. Заходить. Уже сейчас заходить. Что-то не ждать, ребята. Верхние линии хотят заходить. Ну, пусть. Чем дольше вы ждете, тем быстрее вернется Сларк. Вот они пошли в бараке. То есть врывается, минус моментально. Просто-напросто Венг фулл спид. Тоже без байбека помочь ничем не может. Скади прилетает морфингу, ко всему прочему. Сейчас будет выпадать три стороны. Говорю же, там ворвался, но тут же фарстафа вытолкали. У я же проблемы, просто-напросто по нему настреливают сверху. Дроу рейнджер, и дроу рейнджер наказывает. Разлом особо ничего не принес. Это минус 3 в 0. Также будет падать сейчас мид сторона. 19 секунд до ближайшего пасона. Лишь только врывается, связал. Не получилось, к сожалению. Лакелс подстанили, хорошо продолжать, но не стал. Слишком опасно, можно подстрелять здесь. И запуск у нас врывается просто в станчик, но мимо. Успевает выпрыгнуть здесь. Минус вторая сторона. Будут ли забирать третью? А должны. Здесь врывается снова и этот шотган. Человек-шотган связывает. Аба проблема, аба может погибнуть. Аба погибает, но нужно забирать третью сторону. Нужно идти сломать вышку хотя бы. Команда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но не стали. Не стали, а гоним. Приобретает себе дизраптор. 8000 у человека нетворса. А аганим это значит, что если не поймают Сларка, то Сларк не сможет поражать БКБ. А если Сларк не прожимает БКБ, он гарантированный труп, как говорится. Ну что, осталась последняя сторона. Проблем с ее возникать с ней возникать не будет, конечно, никаких. Ну тут, господи, 250 хп, это два удара. Два удара. И МКБ приобретается. Сейчас хайграунда будет просто-напросто бить. Ну, с лоуграунда на хайграунд. И все. Главное сейчас Рошана не ждать, ну, ребят. Идите ломайте. Серьезно. Пассивная дота ни к чему хорошему не приводила. Есть проблема в том, что... Вот в этом проблема есть. У команды Лукас. Такая маленькая проблемка. 60 секунд без байбека. Ну и просто иллюзии у нас реплики там отправляют. И, соответственно, команда идет заканчивать. Signature Trust не простит никого. Собралась они в пятером. Здесь у нас есть, ну, здесь миллиарды центриков, миллиарды вардов, поэтому понятное дело, что... А здесь пацаны. Есть, хорошо, Берсеркол. Абу не отпускать, нельзя выйти ему из Берсеркола. Связали. Здесь вырывается Джабс, отличный подстан. Тут подцепили Карла. Карлс пытается уйти БКБ. Разлом хороший, получил большую проблему. У него может погибнуть. БКБ прожато, нужно убегать. Там тем временем все равно сбрили у нас Вингу. Правда, большая проблема. Я же пытаюсь убить, успеет ли Квинбы? Успевает Квинблейд дать перед тем, как отправили обратно. Джабса также связали. Будет у нас ультимейт. Полетел ультимейт, но Джабса очень больно победить. Слушайте, как же мою сторону пробивает сильно. И минус 3 просто-напросто на ровном месте без лаг. Здесь еще подцепил. Отличная игра от Яджа. Тенти тоже никуда не уйдет. Здесь его приговорят к смерти. 4 в 1, считайте, без Сларка, Signature Trust. Что вы делаете? Почему вы заходите здесь? У вас... Подойти вот так. Сделать 2 удара. И выиграть игру. Почему вы погибаете? Вы идете и погибаете в мид-линии. За ни за что. У вас тут бараков даже нет. Вы что хотели сделать таким мувом странным? Подарили сейчас миллиард золота Windranger. Подарили миллиард золота Аксу. И графики тоже сейчас будут скакать вверх. Хотя Сларк 13 тысяч, я не знаю, что с этим делать. Shadow Blade, БКБ. Ну, сабелька еще, да. Пытается собрать себе баш. Хотя баш ему бы сейчас вообще лучше МКБ начать собирать, потому что он, в принципе, никакого импакта в игру не вносит. Ну что, башер есть у нас для Сларка. Поможет ли он ему что-то изменить? В принципе, если все баши будут проходить с первого удара, это не исключено. Есть смоки от команды. Команды Лукас.
Ну, туда, куда они направляются, никого нет. Нет у них там вижна, поэтому не знают, кто где находится. Сларк немножко иным путем пытается зайти. Значит, вообще, какой правильный мув сейчас? Этот патч — это патч иллюзий. То есть нужно вместо... Вместо Саши Яши нужно было манту собрать и отправлять просто-напросто иллюзии по КД сносить вышки. Они бы снесли сначала вышку, потом снесли бы и бараки потихонечку, и сама бы Дроу Рейнджер под этим не подставлялась. Но она собрала Сашу Яшу, полезно ли это здесь ТП моментально обратно. Понимаешь, что никого нету, здесь бежит Абба. Абба, куда ж ты бежишь? Искать, но все уже ушли. Ну и что? Локелс. Будет ждать Рошана, получается. Ну, его право. Его право. Поняли они, что так просто забрать не получится. Так просто забрать не получится. Ну, мы видели, да, когда Акс вместе с Виндрейнджер просто-напросто вдвоем раскатали всю команду. Да. Они поняли, что что-то пошло не так, да? Локелс, который с бабочкой, но раскрутки, говорят, бабочки не помеха. Раскрутки Акса, бабочки не помеха. И Локелс просто-напросто рассыпался. И все его 500 урона сошли на нет. Так что странненько. Странненько, очень Сларк бежит, ну, никого не найдет. Разве что Рошана сейчас может найти. Ну, тут есть репликит Марфа. И репликит Марфа раньше. Если все найдет. Найдет. Хотя, слушайте, сейчас команда Лукаса может переиграть. Если у нас есть Феймау, которого можно сбрить моментально, и Локелс. А остальная команда без поддержки здесь нету. Здесь есть ТП. Есть ТП, хорошо. Там Травела, точно знаю. Ну что, появился Рошан. И команда Лукас отступает. Команда Лукас отступает, и команда Signature Trust видит Рошана и не видит препятствий, как говорится. Очередной Рошан для команды Signature Trust, без каких-либо попыток его забрать. Ну, подумаешь, у них есть разлом, берсеркол там есть. Такое, да, все. На Рошане драться все равно не хочется. Ну ладно. Им виднее. Очередной Эгис для Дроу Рейнджера, очередной сыр для Морфлинга. А, нет, не Морфлинга, у него слотов нет уже. У парня-то, кому сыр отдали? Абби. Хорошо. Абба. Давайте ждать развития событий в дальнейшем. Не заходят. Пытаются убить репликейт. Посмотрите, сколько ей потребовалось, чтобы убить. Абу ворвался сейчас, чуть-чуть не поймал, наказал. Ладно. Так вот. Final push. Last round. Тут Карл. Карл на блинке, хорошо. Реакция есть, еще не пропил все. Отлично. Ну, как говорится, это... мастерство не пропьешь, так что здесь все без проблем. Ну и Локелс просто врываться нужно. Это контринициация на Эгис, ее никто никогда не ожидает. Контринициация на Эгис в спину всегда успешно, почти, если у вас прямые руки. Потому что команда не ожидает, что вы настолько отбиты, что пойдете их атаковать с Эгисом. И это плюс вырывается, но Локелса подцепили. Большая проблема, я же пытаюсь здесь спасти, отлично здесь подсейф от Марфа. Но Рус, хорошо бежит, Абба никого не подстанил, но вышка упала, и здесь Пасон. Пасон пытался убить Абба в Юлу, хорошо жить. Пасону нужно чем-то законтрить Пасона, форстаф выталкивается, успел сыр проесть, отлично. И большая проблема, там тем временем Морф врывается, раскатывает, я же, ну, большая проблема. Абба, хороший стан, нужно уходить отсюда Морфу. Морф уходит на реплике, тем временем Ласт Траст бьет. Траст просто-напросто, ой, господи, Траст, Локелс бьет. Типа просто никнеймы. Есть ТП, есть ТП, бежать дальше, не просто погонять, но есть еще Аегис потеряли, нужно бежать дальше. Один в один. Аегис считается за саппорта. Итак, все отступает. Ну так, слушайте, потно, не дрались и били нужный барак. Били нужный барак. За это уже можно поблагодарить команду Signature Trust, что они знают, какой барак нужно бить. Даже на том же интернешнале мы часто видели, как ребята били, ну, рейнджовый, не сломали, уходили. Возвращались, рейнджовый был фуллом, и такие, ну, блин, снова бить. И в результате оказывались не у дел, и то и проигрывали. Ну что, сейчас в предыдущем замесе большую роль сыграл фактор страха, так называемый, да. Все друг друга боятся, вроде как... Поразменивались с полами, поразменивались уроном, но в результате оказались все живы. Ну, кроме Венкл Спирит и Аигис Дроу Рейнджер. Так что будем смотреть дальше. Но команда Signature Trust не зайдет, скорее всего.
Ага, прошла инфа, что Лайкос и игрок Лейкос. Я неправильно все это время говорил. Прошу прощения, мои дорогие друзья, вы всегда можете это в UCC, в Твиттере UCC Лиги писать. Через хэштег UCC Dota, соответственно, UCC Dota, чтобы я увидел. Я ж древний, ребят, я ж не знаю, как у вас там нынче. Лайкос. Лайкос и Лейкос. Хорошо. Тем временем буду просто продолжать. Но вот поэтому или игра иллюзий хороша. Вместо Саши Яши нужна Монтастайл. Аба врывается, ничего себе, так как будто у тебя их здесь чуть не подцепили, бедного у нас Лардара, и он чудом спасается на развороте, еще и дали вылов дискорд, тут Игнайт раскидывает, и просто нам рейнджер подцепили, посмотри, как распадается под Лакелсом, ух ты, какой просто чел, дябс, врывается, хочет убить, тут свап успеет ли добить, да, успевает, есть байбек, нужно его делать сейчас и идти воевать, потому что бараки снесут. Но разворачивается команда, Дроу Рейнджер очень бита, она отсюда уходит, у нее нет больше доминатора, чтобы здесь дальше врывается, по сонам подцепили, на станчик, Юл, есть Марфа, Марфа нельзя отпускать, вот ли Берсерков подцепили, Джабса, большая проблема, сейчас просто там настреляют сверху, по сон похищает стратегию, успеет, но очень жирно уходит на вейформу, здесь еще подцепили ТНТ, ТНТ выбивают из него гем, также находит еще Феймау, Феймау забирает гем и уходит, ТП у него есть, все хорошо, мы потеряли барак. Итог боя, конечно, ой-ой-ой, какой итог боя. Потеряли они Дроу Рейнджер, Винд Рейнджер, и она сделала байбек. Так, Лейкл сразу. Лакелс. Ну хорошо, хорошо. Лейклс. Что дальше? 22-31. Остался последний барак у нас для команды Лайкос. И его дефать нужно как, не знаю, как будто вы играете за International сейчас, да. Как будто Аигис ваш. Потому что, ну, Морф просто может привести репликейт и сломать вам его. Есть такой нюанс. Резолюшн это показывал уже и не раз. 25 уровень у товарища, 7000 золота. Если бы он мог раздавать огонь, он бы разорвал. Здесь, слушайте, можно подсветить по сону, видят, но уходит отсюда форстаф и моментально. И должны знать, может быть, попробовать ворваться, но вся команда уже Лайкос сюда подходит. Здесь подцепили проблему, может быть, у репликейта могут быть проблемы сейчас большие. Там тем временем еще и слушайте, Аба бешеный. Морф на него летит, там кого-то опять берсеркул. Господи, прекращайте. Врывается сюда, Морф есть, поддержка. Яш может здесь просто-напросто убить, успеет ли его. Здесь пошел Хуракан пик и просто-напросто минус Яш. Есть репликет, ушел отсюда Морф. Там тем временем еще и подцепили кого-то. Как же Калл настреливает, господи, посмотрите. Он просто-напросто стер эту Дроу Рейнджер. Показал, кто самый крутой рейнджер на этом диком западе. Здесь врывается, пошел у нас ультимейт от ТНТ. Никого не закрывает, пасон будет настреливать сейчас. Джаб пытается сражаться, он тут у нас пошел. Не хватает урона, сейчас еще будет откатываться. Есть у нас есть Виндран, связывает и минус Морфинг, и минус Абба также пытался, он успел убить Виндрейнджер. И Виндрейнджер нету байбека, а у этих парней есть. Сигнатур раз есть, байбек не возвращается. Есть, скорее всего, минус еще и Ябиш. Очень бито, очень горит, нужно сделать еще пару ударов. Абба врывается после байбека, минус Рис. Отличная игра от Сигнатур раз. Просто превосходно, тут же байбек, но два, там еще у нас погиб. Это просто под базой, господи, дерется Джабс. Я пропустил самое интересное, есть байбек у нас Марфа. Есть байбек у Марфа, есть, он уже его сделал. Есть байбек у Пасон, также дальше Рис. Последний успели что сделать, нет, Пасон, прыгай, живи, нет. Просто под фонтан идет и... Good game, well played. Good game, well played. Вот это жара, ребятки. Вот это жара, которую мы заслужили. Просто отлично. 1-0 в пользу команды Signature Trust. Великолепно показала себя она. Плохо показал себя Сларк. Плохо очень. Если бы у этой Windranger была поддержка в виде Сларка, который играл на 10 из 10, они бы выиграли эту игру. Без шансов. Вот. Ну что ж, напоминаю, что с вами студия UCC. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, группа ВКонтакте vk.com/UCCDota, vk.com/UCCLeak, и, соответственно, наш Твиттер, где мы читаем ваши сообщения по хэштегу UCCDota. Ну что ж, а сейчас небольшая реклама, музыкальная пауза, и мы с вами вернемся на вторую игру, которая ожидает быть не менее зрелищной.